Друзья, всем привет! Сегодня наконец-то выбрались порыбачить с Володькой. Давно не виделся с папой я. Вот. Ну, сказал, 8. Бить не будет сегодня. Но подзатыльник отвесит. Лещика. Лещика, если не поймаем. Да. Ну что, сегодня на москварике. Закрываем зимний фидер. Начинаем весенний. Пока еще низкая вода, будем пробовать ловить. Течение большое, да. Грязи много. Вода чуть поднялась, сейчас течение усилилось, течет, плывет грязь всякая. Поэтому ну, нужно будет активно нам сегодня поработать. Да. Ну что, оставайтесь. Все самое интересное, как обычно, впереди. Начнем рыбалку. Oh!
полный рост его. Покажешь? О, классно. Я смотрю, вроде что-то есть, да? Да, дергается пока. Ну, сейчас мы его свяжем. Свяжем? Да. Будем. Макс! Неси веревку. Салапин. Жеев. Ну, небольшой, но это приятно. Но зато сопротивлял. Нет, крутится он, да, крутится. Видишь, на длинный поводок. Вот такой-то. А это за верхнюю губу не знаю. Дружок. Лизайка и залог. О, хороший. Максон, помоги подсадчикам. О! Не надо, не надо, смотри, не ходи туда, не ходи. Я его сюда вывел. Попавку снял. Нормально, нормально. Подсачивай. О, хороший. Ну ты, окажется, под знаком работать не можешь. На ближний, да, Володь? Да, на ближний. О, с почином, папа. Спасибо. На верхнюю губу. На опарыша. Дай мне это. Да, давай. Да. Держи, держи, держи. Да сейчас не вообще. Старайся. Вот. Что-то даже не бьется. Или бьется? Покрышку что ли поймал? Есть что-то. Ну, вот, давай. Большой? Вот. О, а ты его забагрил, блядь. Стой, 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 еще дернется, блядь. Ай, блядь. Ты его забагрил. Думаешь, перехлестнулся просто? О,
Красота. Мои поздравления. Лещик. Конечно, он просто загинет и не будет утаскивать до поклевки. Да, Володь? Да. Я вытащу пока. Нет, мотор. Красота. За верхнюю линию. Угу. Ну идет. Прихватил, глянь. Вообще. Красавчик. Испугался. Сейчас мы тебя съедим. Я пойду сковородку разогревать. Давай. Паша, хорошо. Ну что, друзья, Володя дал подержать мне и вытащить вот такого замечательного лещика. Сейчас мы его взвесили. 1 700 граммов. Настоящий боец. Удилище Земикс. Отрабатывал каждый рывок этой могучей, сильной рыбы. Ну что, сегодняшний трофей – достойное завершение сегодняшнего дня. Отличная рыба. Ну что, друзья, сегодняшняя рыбалка наша закончилась. Сегодня мы неплохо отловились на Нижней Москварике. Сейчас, ну как по традиции, Володька достанет садок и посмотрим итоги сегодняшней рыбалочки. Сейчас он еще одного вытащит. Опа, какая тактичная подсечка. И есть рыба на крючке? Сейчас посмотрим. Есть. Видите? Рыбка клюет еще. Ах, красавец. Ну, для фото как раз. Ну что, доставай, Володь, итоги подведем. Вся рыба была поймана. Малиновый прибор есть. Кстати, ароматизатор. На органик. Куда понесешь? Ну вот улов. На песок? Да вот сюда. Дай ведро взять, Миша. Или 4 хорошие. Еще посмотрим. Вот. О, какие. Шубаны. Ловили на мели. Что ты хочешь? А, взвесить? Давай, ведро взвесим. Восемь килограмм. Ну и минус ведро. Восемь. Восемь с половиной. Сколько ведро есть? Ну что, хватай большого или двух. Сейчас заснимаем, фотографию сделаем. На твой фотоаппарат фото? Вон лежит. Подай фотоаппарат, пожалуйста. Там лежит, да? А вот это взвешивали, да? Да, это самый большой, 800 по идее. Это ты который взял. Да, давай. Не, ты это, вон, на. Ну, вот, крутилка. А, не. Ну, включи. Ага.
плюс 5 к карме. Ну что, друзья, всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк под видео. До новых встреч. Будем ловить.